Всем привет! Сегодня у нас будет все-таки прокачка Анубиса с грубой силой и тест его, скорее всего. Правда, мы не сможем ему сделать десятку максималку, но хотя бы потестируем то, что у нас получится. Так, ну, Анубис с грубой силой 5-10. Сейчас мы ему сделаем девяточку. Плюс 234 силы сразу. Так, девятка. 80-й. Гнев рунами. Сейчас потестируем, как он будет все-таки дамажить. Ну, 48 тысяч уже обычный. Интересно посмотреть на крит, если он... Так, тут все понятно. Ну, сейчас уже 2 скилла у нас. И он хреначит. Ну, тут ничего не понятно. Ладно. Побежали. Делаем эволюцию. Ну, урон вроде так неплохой, но крита пока нету. Ну, крит прошел, я правда не увидел, сколько там. Ну, 41 тысяча. Так, хорошо. Добиваем золото, идем дальше фармить. Так. Что-то нету жирных, не попадаются они нам сегодня. Так, есть. Ну вот, первая, вторая эволюция на аккаунте. Сейчас будет. Так, есть. Улучшить. У нас Анубисов нету, все за кгшки будем делать. Так, есть. Ну, давайте сразу будем ему делать аугментацию. Так, 20-й. Второй герой с аугментацией наш.
10 камней. Поехали. Так, что нам чарами выпало? Так, давайте так сделаем. Ну, у нас есть 26 коробок. Попробуем, может, что-то интересное выпадет. Это тыковки было бы неплохо, ладно. Успешник. Вот, нам он, в принципе, пока не нужен. Ну, пятерочку поставим, пусть будет пятерочка. Опять приспешник. Опять тамплиер. Ну, это, конечно, плохо, что мы так делаем. Сейчас открываем. Надо больше ввести героев, но ничего страшного. Так, хранитель леса. Не то. Не то. Надо что-то на урон. Что-то интересное на урон нам надо. Ужас просто. Одни тамплиеры вылазят. Так, это 10 урона. Фигня, короче, с коробок реально фигня сыпет. Так, ну это уже поинтереснее будет. Ну давайте пока заменим. Очищающий. Опять хранитель леса 4. Бурная 4. Ослеплялка не надо. Доспех. Ну, ставим пока доспех. Ужас просто. Это просто, ребята, жесть. С чарами на китайке все печально. Ну ладно, пусть будет тамплиер, оставим его для героев. На архидемона. Так, ну, доспех у нас есть, это тоже уже неплохо. Так, сейчас будем ролить ему все-таки крит. Так как он у нас с грубой силой. Ему надо максимум крита. Так, крит четверочка. Вот пятерочка первая есть. Ну, в прошлый раз там неплохо здесь нападало пятерок. Надо хотя бы 4-5 словить пятерок, тогда будет толк от грубой силы на нем. Так, еще одна пятерка. Кстати, уклонение тут неплохо так, смотрю, падает. Четверки, пятерки. Так, еще пятерка уклонения. Ну, давайте немножко уклонения ему тоже поставим. И по 450 сейчас две навырвем. Что-то интересное. Так, крит сопротивления тоже интересная вещь. Ну, мы крит сопротивления точность. Так, не то. Тоже не то. Надо две пятерки. Крит урон. Кстати, крит урон тоже было бы интересно посмотреть. Может, и крит урон сейчас словим. По идее, будет еще одно уклонение. Ладно, и плюс крит обычный. Пусть будет так пока. Так, забираем отсюда награды. Так, качаем дальше.
Давайте сразу его в топорик поставим. Так, питомцам вот так вот сделаем. Давайте поехали до 10 звезды, доведем и потестируем. Да, конечно, на Китае книг побольше дают, чем на нашем сервере. Этих редких. Тут можно себе позволить на начальном аккаунте вкачивать так героев. Так. По идее, он сейчас должен офигенно критовать. На десятке там чуть-чуть будет прирост, но девятки должно хватать нам с головой. Особенно на кошмарке. Почти 50-ка силы уже. Так, ну что, 10-я звезда. Так, есть. Побежали смотреть урон. Что у нас за мега имба получится? 122 тысячи. Неплохо. Все пропали. Надо кого-то посерьезнее искать. Вот 180-е вроде есть. Смотрим, стрелок. Успеет ударить? Ударил. По героям не попал.
Так, ладно. Шесть тысяч, но критов нету, значит, сейчас пойдем на подземке протестируем. Так, на обычной вот тут. Это чё, блядь, за урон? Или это мне показалось? Смотрите, что он делает. Это без разгона. Сейчас сделаем разгон. Пять миллионов или это мне просто показалось? Ну-ка еще заходик. Пять лямов. Это просто жесть. Пять лямов. Я охренею. Блять, пять лямов. Первая эволюция. 9-10. Это ж что он будет делать на кошмарках дальше? Просто нахрен все снесет. Жесть, короче. Тут доспех, блин, сносит столько, что просто жесть. Да. Однако, поехали дальше. А дальше мы не поехали, нам не хватает красных кристаллов. И причем прилично не хватает. Ах, облом, облом. Так, что у нас тут красные? А, в принципе, что облом? Тут все сделано для доната. Так, есть. Первая, вторая эволюция на таком аккаунте. Блин. Ладно, похрен. Сейчас будет чувствовать такой трэш. Просто жесть. Да ну нахрен. Это жесть. Ладно. Это все весело, конечно. Но давайте его уже до 10 звезды доведем. Ну что, он там говорит героям до свидания сразу. Это без победного выпада.
с победным выпадом, я думаю, там вообще будет просто дикий трэш. Да, вот так Анубис, точнее грубый Анус, я буду его так называть, потому что это просто жесть, что он делает. Я охреневаю. Надеюсь, нам книг хватит. Должно, в принципе, хватить, еще останется на остальных героев. Так, надо 600 значков. О, нормально. Таким, конечно, в кошмарках. Я думаю, у седьмых будет ничего не страшного. Так. Два миллиона надо. Ну, 63 тысячи обычным ударом. Это не крит. А с критом, конечно, там урон свыше 100 лямов. 100 тысяч, точнее, будет. Сейчас заодно его затестируем на локациях для фарма, что он сможет сделать. Поставим, наверное, ложный выпад. Для дополнительного увеличения урона. Да, конечно, неплохо было бы ему 12 скилл качнуть, но это сначала всех героев прокачать. Думаю, там еще будет похлеще. Так, есть. Девятая звезда. И финишная прямая. Десятая звезда и тест по локациям. Ну реально, он какой-то мега имбовый получается по урону. По сравнению с тем же БВ. Просто жесть. Единственное, что такой вариант не особо универсальный, но если ударит, то уже ударит конкретно. Ну, забор хреначит 62 тысячи. Ну, не знаю, вроде так ничего. Ну, как раз хватило нормально. Все, десяточка.
9, 10, 8, 8. Тут, в принципе, второй талант можно будет ему со временем уже тоже поставить, какой-то другой прокачать. Так, ну что? Поехали, тест. Начнем с рейдов. Сто 58 тысяч. Ну, как-то так. Поехали искать топов. А то это все бесполезно. Так. Ну, мы уже на 29-м. 29 тысяч. Так. Тут 30-ку вышли. Так, Фрея не пойдет. Опять Фрея. Надо найти какую-то расстановку такую более-менее. Ну тут в топе, конечно, придется поковыряться. Стрелок. Одни донатеры на китайке, некросы у всех стоят. Даже потестировать не на ком. Вот вроде что-то нормальное более-менее. Так. Вроде и не дырочные особо. Сейчас затестим. Так, ну заборчик так ничего долбит. Хоть и не пятый доспех, но долбит неплохо. Супер тест. Так, ладно, побежали, все-таки будем в рейде искать, а то это будет очень долго. Слил нахрен с одного скилла. Так, что-то интересное надо найти со вторыми эволюциями. Ну такое мне вряд ли попадется, но все может быть. На моей силе какие вторые ява? Так. Ладно, похрен, пускаем, смотрим так. Может, крит будет. Ну, 84 тысячи. Два скилла, в общем, и слетает. Но это не крит, это не то, что надо на грубой силе. Понятно все. Ищем дальше. Вот череп есть. Непонятно, то ли он их всех кританул, то ли чё. Водер, до свидания. Ну, череп тоже, думаю, не устоит против доспеха. Да, нереально просто. Так, ладно, давайте потестим сейчас его на подземке. Очень интересно, на вот этой. Против драконов. Что сейчас у нас поменяется, какой будет урон. Ну, 2,5 ляма. Это нормальный урон для него.
Это без всяких разгонов, без ничего. Как-то рандомно очень урон проходит. Непонятно, в общем. Слился. Окей. Так. Сейчас попробуем с бафами посмотреть, что у нас получится. Так, берем сюда нашего хранителя. Купидона. Ворожея. Анубиса. Фрейю выбираем. Теква. Смотрим. Четыре ляма. Пять лямов. Вот дракон его там от бафа. Ну, ему просто пофиг. Реально просто пофиг все. Это жесть. Это просто жесть. Не знаю, бывашной... Надо будет потестировать бывашного у себя на этой локации. Ну-ка еще раз под тыковкой посмотрим. Ой, тыковку тут сразу сносит. Ладно, возьмем ворожея. Ну, 2,5 и 5 лямов, это нормально для него. Вот 5 лямов по большому дракону. Достойно, достойно. Ему просто немножко отхило и все. Девятьсот пятнадцать. Неплохо. Да, в общем, для такого аккаунта это реально очень крутая хрень. Теперь давайте посмотрим на кошмарках. Мы там с ними немножко мучились. Кошмарка. Вот эту попробуем. Я помню, я с ней намучился немножко. Сейчас посмотрим, что он тут будет выдавать. 226 тысяч. Это без бафов. 262. Ну, думаю, доспех тыковку сольет, да. Ну все, он сам соло сливает героев. Тут даже не нужна тыковка. Вот с доспехом, кстати, неплохо будет все-таки на подземках смотреться. Будет вокруг себя очень быстро все убивать. Это тоже плюс. Кошмарка 2-1 просто ни о чем. Ну, давайте 2-2. Четыреста тысяч. Да просто ему насрать на этих героев. Да просто жесть. Расхреначил сам все. Я офигею. Ну просто тыковку выкинуть. Для разгона. Правда, она сейчас сможет слиться. Но, наверное, так и будет. Ну, хоть ему разгон даст. Да.
Это просто жесть. Доспех, конечно, тоже офигенно смотрится. Вблизи все разбивает. Доспех, по-моему, самый идеальный вариант для него. И критует сразу же. 100 тысяч выдает. Супер. Потому что с башенками сложновато бывает. А тут будет башню вблизи нормально хотя бы долбить раз в секунду. Да, с ним, думаю, дойдем до шестых кошмарок, нефиг петь. Сейчас затестим его на кошмарке. Один, три. Пять героев. Под бафами. Что он сможет сделать реально? Так, смотрим. 786. Да, тут просто жесть. Ну, это просто пофиг, все уже. Чё, поехали дальше. 1-4. Просто жесть. Там Ара даже остался один жив. Да, на первых кошмарках нам тут делать уже нечего, реально. Просто чётенько. Так, пополнить. Интересно будет потестировать его на БГ. Так, тут у нас тоже интересные. Картинка, РТ-шка, тыква. Ну, попробуем отсюда забежать. Сейчас пусть зарядится. Заморозим их всех. Ух ты. Вот так вот. Разруха нас всех поимел. Ну, думаю, он разруху должен свалить один на один. Не? Вот так вот разруха тащит. Надо качать у себя разруху. Так, хорошо. С кошмарками, думаю, разобрались. Дальше будем проходить их отдельно. Какую мы там? Третью, четвертую затащили. Давайте потестим его в... забытой. Создадим сейчас пачечку. Так, вот он у нас в этой пачке. Так, уберем Некроса, уберем Фрейю, оставим Купидона, поставим сюда дополнительно хранителя. Дерево Дэдхилла. Так, и поставим ему сейчас римку. Хотя, в принципе, можно римку не ставить. Так, тут у нас 5.
Ставим сюда. Прею. А сюда поставим Дрейка. Так, ну блин, хрен его знает, кто тут 452, поехали. Сколько он там выдал, хрен его знает, но там герои наполовину просели сразу же. Так, ну тут понятно, тут нас сольют, сейчас тыква разгон дает еще. Не видно было. Ну, надамажил он ни хреново так. Так, тут понятно все. Надо попроще искать. Ну, давайте вот этого. Гарпия, конечно, нас сейчас замедлит. Ему лучше, наверное, все-таки ремочку поставить. Хлоп, и все. Жесткий тип с повелителем дырочек против тековки. Смотрим. Повелитель дырочек тащит. Ну, тут мы должны затащить по-любому. Но это не точно. Не, Фрея должна затащить. Так, ну-ка, давайте на вот этого нападем, посмотрим. Да, он дамажит нихреново, смотрите, просто тупо слил. Сейчас мы ему ремку поставим, будет поинтереснее, думаю. Чтобы он сразу включался. Так, тыква на тыкву. Понятно все. Ну тут должны мы уже затащить. С Фрей. Так, ставим ему ремочку. Конечно, докачаем ему десятку, тогда будет уже полноценный тест, будет видно, что он может реально на 10 и на 200 уровне. Ну и просвет ему надо качать. Так, ну давайте посмотрим в рейдах. Он с ремкой будет сразу втыкаться. 49 тысяч, остальных сливает. Ну, это вторая эволюция, конечно же. 9-й скилл. Просто жесть. Да, на такой силе такой герой, это просто топ. Так, давайте поехали дальше. Давайте на этого нападем. Так, смотрим. Ну, не видно, не видно. Не часто он так критует. Надо все-таки ему больше крита вылавливать и качать 12-й скилл. Там дополнительный крит урон будет. Но все равно в забытой мы уже себя получше чувствуем. Если на русском ты хотя бы приблизительно знаешь там соперников, топов, то тут ты ни хрена не понимаешь. Так, ворожай, давай тащи с Фреей. Ай-яй-яй-яй. Ну, Фрея, не, не вариант, рановато еще. Ну, первая пачка затащила. А ну-ка, давайте на хроне проверим. Бум. Ну, нехило так, смотрите, вторые эволюции. Просто говорит «до свидания» им. Это жесть. Это просто жесть. Охренеть. Все, Ронин, до свидания.
Просто кайф. Тыковка. Хорошо, тыква разогнала. Нормально. Затащили. Ну, в забытой вроде как бы неплохо смотрится тоже. Будем ждать битву гильдии, там уже его полноценно тестировать. Давайте еще тестик сделаем. В пустынных руинах. Надеюсь, он у нас тут сейчас вылезет. Будет сразу видно, как он тащит. Блин, дали еще какого-то топа с минотавром, с тыквой. Вот он есть. Смотрим. Ну, героев вроде сливает. Но там минотавр есть. Сейчас посмотрим. И сразу будет у нас включаться. Ну, 141 тысяча. Неплохо. Второй залп. Все, героев нет. Там у него... А, у него тоже Анубис 11 скилл. тысячи. Но против нас тут уже с эволюцией герои. Ну, не знаю, вроде как бы интересно. На основе, конечно, у нас, блин, грубой силы нету, но хотя бы здесь есть. Посмотрим, каких мы кошмарок сможем с ним затащить. Ну, пятые точно должны пройти. Ну, вот как-то так. Уже получше награды начали давать. Камень. Так. Забрали. Ну, что я могу сказать? Реально герой интересный. Надо будет его тестировать дальше. Давайте еще попробуем С-волну затащить вместе с ним. Сейчас я только героев пораставляю. Тех, которых надо. Так, ворожей воодушевление, тыква. Тыква есть. Тут поставим Фрейю. Нубис есть. С ремочкой. В принципе, лучше не ремку, там Афинка будет заряжать. Ну да ладно, пусть будет так. И кого поставим? Ну и Афина пусть будет тут. Стрелка. Можно, в принципе, тыкву убрать. Она все равно тут не будет успевать поставить вместо тыквы стрелка. Вот так вот будет. Че, поехали, С-волна. Напоследок. Без забора, без расстановки. Ну, конечно же, рунами лучше ставить воодушевление, чтобы он чаще бил. Плюс Афина. Он как раз бы получался, только появилась волна, он сразу же бьет. Ну, вроде пока так неплохо. С третья. Так, с четвертая вроде без проблем. Ну и самый-самый сок. Это дракон и С5. Вообще жесть просто. Нефиг петь. Вот мы С-волну затащили. Следующая у нас Т-волна.
Поставим ее на потом, самое сладкое, и дальше начнутся уже топовые волны. В принципе, все, ну не знаю, мне очень нравится. Такая сборочка, реально очень кайфово смотрится. Дамага немерено. Вот так, хлоп, и все. Там 200-е уровни, конечно, обычные, без эволюции посливались. Сейчас попробуем еще кого-то топа найти. Ну, как видите, тут не особо потрешуешь. Ну, хотя бы посмотреть урон. Так. 95 тысяч. Ну, тут Фрей его просто сейчас задолбит. Как-то так. Ну, тут в рейде тестировать смысла нету, у меня сила немножко не та. Это бы на основе было бы смотрелось все получше. Ну, а так, для моей силы топчик просто. Единственное, что вот он, пока он добегает, то доспех сносит здание впереди. Крита немерено. Ну, для забора доспех тоже очень хорош. Вот смотрите, как забор хорошо сливается. Ну и плюс здание разносит, тоже плюс его есть, потому что с другими чарами такой Анубис очень долго будет бить, если особенно будет стан. А так, вроде ничего. Все, пишите комменты, подписывайтесь, обязательно ставьте лайки, делайте репосты. Всем пока.